Всем добро пожаловать. Меня зовут Эрик Уори. Спасибо, что вы сегодня с нами на этом особенном вебинаре. Некоторые из вас, наверное, уже знают, что сэр Ричард Брэнсон будет присутствовать на мастер-классе по рекрутингу в декабре этого года в прекрасном Лас-Вегасе. Network Marketing Pro продолжает свое путешествие, чтобы изменить восприятие сетевого маркетинга в мире. Благодаря самому известному предпринимателю, сэру Ричарду Брэнсону. Его фраза «К черту все, берись и делай» стала такой же всемирно известной, как и его компания Virgin. Благодаря врожденному чувству исследователя и нестандартному мышлению, он стал легендарным предпринимателем нашего времени. Его история невероятна. Я разговаривал с ним недавно, во время подготовки к мероприятию, на котором я буду брать у него интервью прямо на сцене, на мастер-классе по рекрутированию. Сэр Ричард Брэнсон, большое спасибо. Для меня большое удовольствие провести с вами несколько минут. Как мне вас называть? Сэр Ричард? Меня все называют Ричардом. Вас называют Ричардом? Да. Хорошо. Если вам нравится, вы можете называть меня сэр. Я читал ваши книги «Бизнес в стиле Virgin». Письмо вашей мамы, где она называла вас Рики. Я не могу представить вас Рики. Я думаю, что Рики меня может называть только мама. Да, так, только мама может. Каждый раз, когда я иду по улице в Нью-Йорке, и вдруг слышу «Сэр Ричард», я оглядываюсь по сторонам в поисках афиши с постановкой пьесы Шекспира «Ричард». Да. Мы работаем с сообществом людей в сетевом маркетинге, которые являются предпринимателями. Им нравится идея заниматься бизнесом для себя. Они чувствуют, что при новой экономической ситуации это безопаснее, чем работать по найму. Это их вдохновляет. Если есть кто-то легендарный для предпринимателей всего мира, то это вы, парень, который демонстрирует, что возможно, если использовать свое воображение и немного работать. Вы всегда были предпринимателем? Я думаю, что да. Мне всегда нравилось что-то создавать с самого раннего детства. Когда мне было 9 лет, я содержал волнистых попугайчиков и продавал их, потому что они очень быстро размножались. Затем, когда мне было 10 лет, я решил выращивать елки к Рождеству. Тогда бы, к моменту окончания школы, у меня бы было много денег, но все побеги ели и съели кролики. Поэтому, да, я могу сказать, что с раннего возраста я был предпринимателем. Когда это переросло в успех? Все зависит от того, что считать успехом. К примеру, я бросил школу в 15 лет и начал компанию по издательству журнала. Я учился предпринимательству на издании этого журнала. Он был очень успешным. Не финансово успешным, а популярным. Его читало сотни тысяч человек. Он был очень успешным в плане обучения предпринимательству. Но это было до звукозаписывающей компании. Когда у нас начался финансовый успех, это позволило нам продолжать путь к целям. Путь к целям — это очень сдержанное высказывание о получившемся финансовом успехе. Корпорация Virgin состоит из более чем 400 различных компаний, и ее чистая прибыль составляет более 5 миллиардов долларов. И тут мы видим понимание того, что такое успех. Издание журнала было успехом, потому как на опыте его издания Ричард смог научиться быть предпринимателем через завоевание аудитории и выделяясь из общей массы, что для него было очень важно. Журнал не приносил ему финансовой прибыли, но очень сильно прокачал его в понимании, как начинать бизнес. В конце концов, он открыл магазин музыкальных пластинок, рекламируя популярные музыкальные композиции в своем журнале «Студент». Благодаря этому его звукозаписывающая компания Virgin Records получила стремительное развитие в 1972 году. В 1974 году он запустил авиакомпанию Virgin Atlantic Airways и позже продал звукозаписывающую фирму, чтобы вложиться в свою авиакомпанию и все ее дальнейшее успешное существование. В чем разница между мышлением предпринимателей и наемных работников? Разница очень большая. Допустим, у вас есть чистый лист холста, и предприниматель, как художник, который создает что-то, чтобы улучшить привычный образ жизни других людей. На этом холсте вы начинаете прорисовывать все мелкие детали с уверенностью, что то, что вы собираетесь нарисовать, исключительное и лучше того, что уже создали другие люди. И способ того, как вы будете это делать, тоже исключительно лучше, чем у других.
Также с вами должны быть люди, которые будут работать над этим проектом вместе с вами. И вы должны быть уверены, что они целиком преданы идее, над которой вы работаете вместе. Затем самое важное из всего. К черту все, берись и делай. Самое важное — это начать делать. Вы можете терпеть неудачи, но вы должны подниматься и продолжать пытаться до тех пор, пока не преуспеете. Это все звучит как построение целой культуры вокруг видения. У вас есть видение, вы создаете культуру того, как все это будет воплощаться в жизнь. Культура важна, верно? Если у вас есть команда людей, и вы полностью верите в идею того, что вы хотите сделать, то вы преуспеете. Если у вас команда из людей, которые не проявляют энтузиазма, то это будет намного, намного тяжелее сделать. Чем бы вы ни занимались, убедитесь, что есть большая ценность, чем просто зарабатывание денег. Но даже если вы нацелены на деньги, то все равно должно быть нечто большее. Это должна быть новая единица измерения дохода, к примеру, в направлении «как сделать мир лучше». И это также будет мотивировать вашу команду. В продолжении нашей беседы я объяснил Ричарду, что люди в сетевом маркетинге очень увлечены тем, как помочь миру. Они хотят создать лучшую жизнь для своих семей и также для других людей. Они хотят вырастить свои команды и сеть дистрибьюторов. Они постоянно ищут ключевых людей, с которыми можно связать свою деятельность. Тогда я спросил Ричарда, какой совет вы можете дать тем, кто хочет расширить свое влияние? Что ищете вы в человеке, которого нанимаете на работу? Те, кого мы ищем, это люди, которые хорошо относятся к другим людям, и их индивидуальность тоже очень важна. Люди, которые искренне заботятся о других, например, люди верующие, не критикуют. Знаете, все проявления заботы об окружающих очень важны. Иногда хочется видеть людей, которые немного смешные и сумасбродные. Нам не хочется видеть только просто хороших людей. Иногда нам хочется, чтобы была пара человек немного не от мира сего, чтобы они разбавляли обстановку. Это часть вашей культуры? Добавление необычного? Да. Есть компании, которые избавляются от людей, которые не вписываются в существующие рамки. И часто эти люди могли бы быть самыми креативными людьми. Знаете, я помню, много-много лет назад мне позвонили из местного музыкального магазина и сообщили, что один из моих работников крал у компании Virgin и продавал наши музыкальные пластинки в этом местном магазинчике. Я попросил пригласить этого человека ко мне, он пришел ко мне в офис. Я не накинулся на него, а сказал, «Всем нужен второй шанс в жизни, так что я дам тебе второй шанс». После этого он стал самым верным из всех наемных работников, которые когда-либо были. И он отыскал для нас несколько самых успешных музыкальных групп. Да, верно, он нашел Boy George, группы Culture Club и Genesis. Так что вторые шансы могут быть полезны для обоих сторон. Вы можете себе представить, что бы было, если бы Ричард не дал своему работнику второй шанс? И мне нравится его идея о том, чтобы иметь в команде необычных людей. Как это хорошо — окружать себя разными людьми. Когда люди думают о сэре Ричарде Брэнсоне, они думают об авантюристе и о человеке, который решил нарушить правила и сдвигать границы достижений в обществе. Начиная от воздушных шаров, яхт и заканчивая туристическими полетами в космос, он постоянно ищет новые вызовы. Один из моих друзей сетевого маркетинга, один из топ-лидеров и моих дорогих друзей Джордан Адлер, один из тех, кто записался на полет в космос с вами. Он сейчас собирается начать подготовительные тренировки. Идея космических путешествий возникла для построения марки Virgin, или это просто ваш стиль жизни? Давайте сделаем самое необычное из возможного. Настоящее приключение — это перелет на воздушном шаре, когда ты пытаешься стать первым человеком, пересекшим Атлантический океан на воздушном шаре. Или стать первым, кто пересек Атлантику на судне, время от времени подтопляясь. И это было, когда мы только организовывали компанию Virgin Atlantic Airways, и нам нужно было начать с чего-то грандиозного. При этом нам было очень весело. Космический проект немного отличается. НАСА и правительство не заинтересованы в том, чтобы мы полетели в космос. И мы решили организовать космическую компанию, чтобы дать возможность сотням тысяч людей стать астронавтами. Это было трудно, но мы наконец-то близки к цели. И я думаю, что мы можем изменить жизни многих людей. К тому же мы объединяем людей. В любом случае, это порыв, это веселье, это захватывающе. Да, посмотрим, что будет. Вы с семьей полетите первыми? Да, мы полетим первыми. Но сперва наши храбрые пилоты-испытатели, конечно.
Недавно я говорил о людях в сетевом маркетинге. Примерно 100 миллионов человек по всему миру заняты сетевым маркетингом. Годовой доход составляет около 200 миллиардов долларов. Он растет, его масштабы увеличиваются. И эти предприниматели хотят улучшить жизнь своих семей. Как вы думаете, это хорошая идея для человека заниматься сетевым маркетингом? Я думаю, что да. И мы сами однажды занимались сетевым маркетингом в одной косметической компании в Великобритании. У нас бывали ежегодные встречи со всеми этими предпринимателями со всей страны. Иногда это были мамы с детьми, которые хотели просто подзаработать. А для некоторых это был единственный заработок на жизнь. Это было потрясающе, видеть энтузиазм и то, как сильно менялась жизнь людей, насколько сильными были перемены для них. Так что я безоговорочно верю в сетевой маркетинг. Я очень сильно верю в предпринимателей. Знаете, вся будущая занятость в следующие 20-30 лет будет создана предпринимателями сетевого маркетинга и другими предпринимателями по всему миру, начиная с очень маленьких бизнесов и до создания потрясающих перемен в мире. Я думаю, что ваши слова очень ценны, и я с нетерпением жду наше мероприятие по рекрутингу. Когда мы думали, кого пригласить на наш мастер-класс по рекрутингу с 1 по 4 декабря, мы решили пригласить Тони Робинса на целый вечер. Но нам нужны вы, как выдающийся предприниматель, человек, который может предлагать идеи. Мы собираемся сделать так, чтобы люди смогли задавать вам вопросы, чтобы они могли услышать советы от вас. И у нас будет время на мероприятии сделать это. Поэтому я с нетерпением жду возможности продолжить наш разговор, когда мы встретимся там. Какой совет вы можете дать? Люди жаждут информации, они ее хотят. Они хотят стать профессионалами. Они хотят быть успешными предпринимателями. Вы — образец для подражания для них. Что бы вы им посоветовали сейчас? Я уверен, что большинство из них уже мыслят масштабно, но нужно мыслить еще масштабней. И ставить перед собой, на первый взгляд, невозможные для выполнения задачи, а потом бороться, стараться, чтобы осилить их. Когда вы просто проживаете день за днем, даже если вам неплохо, это скучно. Я имею в виду, что, по моему мнению, мы все постоянно должны бросать себе вызовы и пытаться преодолевать себя. К черту все, берись и делай. Если вы достаточно решительны, то вы можете осуществить свои мечты. Мы говорили с вами о становлении людей успешными, такими как вы. Такие люди всегда говорят «да», делятся с окружающим миром, и они понимают, как все устроено. И это не характерно для большинства людей в мире, не характерно действовать по принципу «к черту все, берись и делай». Но я думаю, что еще многие люди могли бы быстрее научиться мыслить масштабно и верить по-крупному. Знаете, кто-то задал мне вопрос, я ответил «да», а потом уточнил, «а в чем был ваш вопрос?» Жизнь намного веселее, если ты говоришь ей «да» вместо «нет». Я думаю, что мой величайший страх в жизни — это сказать «нет» чему-то, а потом пожалеть об этом. Я никогда не жалел о том, что когда-то сказал «да», даже если при этом я падал лицом в грязь. Сэр Ричард Брэнсон, как же это прекрасно, что величайший предприниматель в мире, большой поклонник сетевого маркетинга. Не знаю, как вы, а я не могу дождаться, чтобы услышать его на мастер-классе в декабре в Лас-Вегасе. Если вы не слышали об этом событии, это самая крупная общая встреча профессионалов сетевого маркетинга в мире. В 2016 году примерно 20 тысяч человек из разных компаний со всего мира посетят это событие. В ходе трехдневного обучения присутствующие в зале услышат меняющие жизнь идеи и стратегии того, как поднять свой бизнес на следующий уровень. Я буду обучать. Вы услышите выступление одних из самых успешных дистрибьюторов мира. Вы увидите и услышите сэра Ричарда Брэнсона. Мы продолжим с ним нашу беседу о том, почему сетевой маркетинг — замечательное предпринимательское решение для обычного человека, и как быть более успешным предпринимателем.
Кроме того, единственный и неповторимый Тони Робинс, который также является большим поклонником сетевого маркетинга, будет на сцене, чтобы помочь вам совершить прорыв в бизнесе, которого вы заслуживаете. Пока еще есть билеты, но их немного, так как почти уже все распроданы. Я бы настоятельно вам рекомендовал посетить это мероприятие самим или со своей командой. В любом случае, если вы и ваша команда не можете присутствовать на этом событии, вы можете приобрести билет на прямой эфир, что позволит вам наблюдать за происходящим из дома. Кроме того, вы получите доступ к видеозаписи. У нас есть билеты на прямой эфир только на время беседы с сэром Ричардом Брэнсоном и Тони Робинсом, и другие билеты на прямой эфир, которые дают доступ на просмотр всего мероприятия. Если вы новичок в сетевом маркетинге, который хочет начать свой бизнес правильно, продвинутый предприниматель, руководитель компании, который хочет прояснить свое понимание того, что продвигает дистрибьюторов сегодня, то наше мероприятие поможет вам повысить понимание дел до нового уровня. И, как я уже говорил ранее, все это представлено в общем формате. Никаких компаний или продуктов не упоминается. Так что вы можете спокойно делиться этой информацией со своей командой. Переходите по ссылке, чтобы узнать больше о мероприятии и приобрести билеты на события или трансляцию прямого эфира. У нас есть бонусы для первых покупателей. И если вы участник саммита Six Figure, который состоится за 2 дня до мастер-класса, для вас также есть бонусы. Не пропустите! Я надеюсь, что вы воспользуетесь выгодами данного мероприятия. И надеюсь, что для вас было полезно посмотреть наш специальный, бесплатный вебинар с сэром Ричардом Брэнсоном. Я Эрик Уорри. Спасибо за просмотр. И, дамы и господа, мое пожелание для всех вас, чтобы вы решили стать профессионалами сетевого маркетинга. Потому что мы можем быть лучше. А теперь давайте расскажем об этом миру. Теперь и вы можете получить доступ к записям мастер-класса с Ричардом Брэнсоном в Лас-Вегасе, причем на русском языке и совершенно бесплатно. Для этого перейдите на сайт предприниматель-mlm.ru, нажмите кнопку «Рассказать друзьям» и введите адрес электронной почты.